Всем привет, Александр из Зеленограда, Москва. Пятый день нашего пребывания в городе Евпатория, Крым, Украина. Пришло время двигаться дальше. Мы находились в гостинице «Улыбка» на улице Симферопольской. Наш путь далее лежит вот в этом направлении. Сначала мы поехали по вот этой дороге, но вот в этом месте мы наткнулись на шлагбаум. Через некоторое время вышел дядечка и начал намекать, что нужно заплатить за проезд, и он тогда уберет этот шлагбаум. Мы решили ему ничего не платить, развернулись и поехали по вот этой дороге через круг. Ну, объездная такая дорога. И ни разу об этом не пожалели, потому что по дороге нам попалось озеро. Вот это озеро с дикими лебедями. Мы остановились. И небольшой репортаж по этому озеру. На этом я с вами прощаюсь. Счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди будет дальше рассказ о нашем автопутешествии. Где? Смотри,
Спасибо.